Всем привет! Привет! Сегодня с вами Наталья Бородина и Ирина Богданова. И будет у нас еще один специальный гость, но чуть позже. И у нас сегодня экскурсия по каталогу номер 11. Ты знаешь, Наташ, листая каталог, честно говоря, я в восторге. Столько масок! Это и согревающая маска «Шведский спа-салон». Просто бомбическая маска. И тканевые маски из линейки «Novage». Они же все с гиалуроновой кислотой. И ночная маска из линейки «Novage». Это серия «Optimals». Глиняная маска и увлажняющая. Невероятный эффект дают. Ну и, конечно же, патчи. Патчи, моя любовь. Маски для волос. А маски для рук? Маска-марафон продолжается. Да, я тоже обратила внимание на маски, но больше меня заинтересовала декоративная косметика. Это новинки серии The One. И хочется провести мастер-класс. Так в чем же дело? Давай проведем. Давай. Поехали. Поехали. Сахарная маска скраб для губ 2 в 1. С мятой и лаймом Love Natural. Мягко отшелушивает кожу губ. Питает и увлажняет, оставляя губы гладкими и мягкими. Экстракт маракуйи, богатый жирными кислотами и витамином Е, насыщает губы влагой. Экстракт лайма обновляет и разглаживает кожу губ. Экстракт мяты, богатый витаминами и антиоксидантами, освежает ее. А тростниковый сахар бережно отшелушивает омертвевшие клетки. Как использовать? Ты видишь. Что хочу сказать, очень сладкий на вкус, прям хочется его слезать. Но я не буду этого делать, оставить можно на 15 минут, а затем смыть. Попробуй стики для макияжа, которые помогут подсветить, контурировать, сделать кожу более загорелой или добавить румянца. Создавай новые макияжи, используя стики разными способами. На глазах, губах и щеках. Легкие, бархатистые текстуры легко растушевываются, наслаиваются и смотрятся на коже, естественно. Хочется отметить, что стики имеют мягкую кремовую формулу, легко растушевываются, и это помогает избежать ошибок в макияже. Плотность покрытия от легкой до средней, их можно наслаивать. А формула стика содержит сквалан, невесомый растительный липид, который помогает коже сохранять увлажненность, гладкость и мягкость. Две минуты использования этих стиков у меня преобразовался макияж. Бронзером я подчеркнула скулу, да, вот, и нанесла на губы. Хайлайтером я подвела верхнюю часть под бровью, нанесла на верхнюю часть скулы, на выступающую часть скулы, над губой, на носик и нижняя часть подбородка. И, кстати, хайлайтером я еще покрыла сверху губки. Что хочу сказать, очень комфортно мне в этих стиках, да, мягенькие, ощущение такое, ну, просто увлажненности и большого комфорта. Мне очень понравились, и тем более сейчас в тренде сияющий мейк, а сияющий мейк с помощью таких стиков, бронзера и хайлайтера, сделать очень легко, всего за 2 минуты. Ты знаешь, Наташ, посмотрела я твои рекомендации по нанесению стиков, и вот сейчас у меня монохромный макияж. Супер, Ира, мне очень нравится, молодец. Да, причем сделала я его именно хайлайтером, стиком хайлайтера и бронзером. Губы накрасила, навеки нанесла, контур подвела, так что... Как твои ощущения? Очень приятные, очень хорошие, я понимаю, что я в тренде, у меня сияющий мейк, все замечательно. Мы с тобой в тренде. Да, мы в тренде. Да. И у нас еще одна новинка. Это масло для волос и тела миндаль. С маслом сладкого миндаля, которое содержит в себе витамины А, В и Е для глубокого питания, для глубокого увлажнения кожи. А также можно даже увлажнять ваши ноготочки, делать их более крепкими, ухоженными, да, и волосы. То есть как использовать его? Можно после душа. Приняли душ,
вытерлись полотенцем и нанесли это масло на все тело. Оно моментально у вас питается, но не жирное, не плотное, не тяжелое. Вам будет очень комфортно, тем более с таким ароматом. Ира, понюхай. Класс, да? Приятно, вот. Очень приятно. Потом, как можно его использовать? Как массажное масло. То есть, если вам захотелось релакснуть в конце рабочего дня, да, сделать себе спа, домашний спа-салон. Просто нанесите на тело и помассажируйте, ну или попросите кого-нибудь, чтобы вам помассажировали ваше тело. Безумные ощущения будут у вас, ну просто суперские, да? Вот, также можно его использовать на влажные волосы, для того, чтобы волос выглядел в течение дня живо, здорово, сияющий. То есть нанести несколько капель на ладошки, в ладошки растереть и по волосам пройтись. Не в корни волос, а именно по волосам. Вот такие волосы будут. И еще на 30-40 минут, но только на сухие волосы, нанести это масло, завернуть полотенцем и через 30-40 минут смыть. То есть это полноценный такой глубокий уход и питание ваших волос. Ну а продолжая тему волос, я хочу сказать, что у нас в каталоге есть нутрикомплекс. Это биологическая добавка в линейке Wellness, которую я рекомендую. И прежде чем рассказать о ней, я хочу сказать, что этот нутрикомплекс проверила я на себе лично. У меня с рождения были тонкие волосы. И уже более в юности, так, когда мне было 17-18 лет, я понимала, что мой удел, это знаешь, когда сквозь прическу видна кожа головы, и они правда были вот настолько тонкие, что у меня девчонки даже в институте говорили: «Иришка, у тебя волосы пух-перо». И вот иногда говорили: у Ирины пух-перо волосы. И вот когда я уже, будучи консультантом компании Oriflame, появилась вот эта вот новинка нутрикомплекс для волос и ногтей, ты знаешь, я прошла сразу 3 курса. То есть я покупала по 4 упаковки, и 3 месяца, это получается на 9 месяцев, я пропила эти 3 курса. И для меня было, ты знаешь, вот просто озарением, когда я пришла к своему парикмахеру уже в конце там 3-го курса, уже где-то месяцев 8 я его пила на постоянной основе. Я у одной и той же девочки подстригаюсь, и она мне сказала: «Ира, я не понимаю, что у тебя с волосами». А я говорю: «В смысле?» Она говорит: «Ну то ли толще стали, то ли гуще стали». И ты знаешь, я вот тогда в кресле, вот я ощутила кайф, ну правда кайф, потому что я поняла, что вопрос с волосами, он решаем, что я решила этот вопрос. А почему они такие? Почему так работает этот нутрикомплекс? Потому что здесь уникальный состав. Здесь есть процианидин из зеленых яблок, которые укрепляют волос и препятствуют выпаданию волос, преждевременному выпаданию. Здесь есть 2 аминокислоты – L-лизин и L-цистеин. И самое главное, что эти аминокислоты, они не синтезируются в нашем организме. Наташ, мы должны их получать из продуктов питания. Но я, например, даже не догадываюсь, в каких продуктах питания эти аминокислоты. Я их просто получаю вместе с нутрикомплексом, когда выпиваю вот этих вот 2 таблетки. Здесь есть, кстати, L-лизин, он тоже продлевает жизнь волоса, а L-цистеин, он участвует в кератиновой этой оболочке, он укрепляет кератиновую оболочку, и скажу по секрету, он даже участвует в синтезе коллагена, то есть когда мы пропиваем этот комплекс, у нас где-то даже подтягивается и кожа. Вот. Железо и витамин С – это сладкая парочка, потому что железо, опять-таки, предотвращает выпадание, преждевременное выпадение волос, а витамин С способствует более лучшему усвоению железа в организме. И также есть 2 минерала – цинк и селен, которые точно так же участвуют в наших, ну вот, в жизни наших волосах, делают их менее сухими, да, более живыми, я бы сказала, более живыми. Вот, и курс рассчитан 4 упаковки на 3 месяца. Поэтому пока такая скидка в каталоге, они при регулярной цене 700 гривен, они стоят 419, пока такая скидка. Я себе взяла 8 для того, чтобы пропить опять этот нутрикомплекс курсом,
Потом я все-таки сделаю перерыв один месяц и снова начну его пить. Я тоже принимаю этот комплекс, я тоже делаю перерывы, опять начинаю принимать. И что я заметила, это уже да, по истечении нескольких курсов, что у меня практически не слоятся ногти. Ну не то, что вообще не слоятся ногти. У меня родные ногти, да, теперь они были когда-то нарощенными. Потом, когда я их сняла, ну все, наверное, девочки, которые снимали ногти, понимают, что такое представляют из себя ногти, когда снимаешь нарощенные. Это, ну, это тонкая ногтевая пластина. Это ужасное просто зрелище, и нужно лечить, и от сверху, и изнутри нужно лечить. В общем, для меня нутрикомплекс, он мне реально помог справиться с этой проблемой. То есть за месяц, буквально за два максимум, у меня ногти вообще в порядок привелись, и благодаря этому комплексу. Сейчас они не слоятся, не ломаются, то есть такая длина, как мне нужна, я все время поддерживаю. Это раз. Во-вторых, волосы, да, вот как ты говоришь, у тебя были тонкие, но у меня никогда тонкие не были, но они периодически у меня выпадали. Но не то, что периодически, а было такое, когда много было выпадающих волос. Вот когда моешь голову, да, и смотришь, смываешь в сливе и пучок поднимаешь. Вот у меня такое было. Я хочу сказать, почему? Почему надо пить 4 упаковки? Потому что нутрикомплекс действует не на вот эти волосы. Он работает в коже нашей головы именно с волосяными фолликулами и с ногтевыми лунками. Именно когда мы пропиваем этот комплекс, он начинает действовать системно, да? И уже новые волосы у нас отрастают, более здоровые, более толстые, более сильные, именно новые волосы. Вот эти волосы, которые у нас уже выросли, они уже вот какие есть, такие есть. Поэтому обратите на это внимание. 4 упаковки – это наша норма для того, чтобы мы правда увидели результат, и все окружающие да, восхищались живыми, красивыми нашими волосами, а нам было легко укладывать их в прически. Ты знаешь, Наташ, я, честно говоря, видела Диму, он получил заказ, и там есть еще одна новинка. Пойдем посмотрим, пойдем. Какой у Димы заказ. Пойдем к Диме. Дим, получил новый заказ? Хвастайся давай. Ну, получил. Да, получил очередной свой набор на Witch Man. Вот такая упаковка замечательная. Смотри, какая стильная. Класс. Это мой уже не первый набор, поэтому всем очень рекомендую. Результат вот он, свои 55 годиков, я, по-моему, выгляжу достаточно хорошо. Супер. В современном мире, девочки, тезис о том, что мужчина должен выглядеть чуть лучше, чем обезьяна, давно устарел. Наш 21 век, он стремительный, с ростом технологий, открытий. Естественно, с таким ростом технологий растет конкуренция. Поэтому мужчина должен быть конкурентен. Успешный мужчина выглядит ухоженным и здоровым. Поэтому нужно ухаживать не только за организмом изнутри, но и немножечко снаружи все-таки. Очень рекомендую. Тем более при заказе этого набора есть прекрасная возможность заказать напиток. Aqua Glow – этот напиток с керамидами и антиоксидантами брусники, который увлажняет полностью всю кожу всего тела. Очень рекомендую. 15 стиков в упаковке – это как раз курсовая доза. Можно принимать постоянно. Ну, наверное, летом целесообразно принимать постоянно, на постоянной основе. Что еще? Что еще? Ну, еще хочу порекомендовать вот этот новый аромат. Мистер Джордани Аква. Дима, какой он у тебя по счету вообще аромат? Ой, честно говоря, уже давненько я не пересчитывал, не ревизировал да, свою полку. Но там уже больше 30 ароматов, и я ими пользуюсь периодически всеми. В зависимости от времени года, настроения, ну, образа. И так далее. Это современный мужественный аромат. Он водный, да? Да, пожалуй, водный. Класс, он такой почитаю. Романтический, дерзкий, такой, словно морской бриз налетевший. В темпераменте этого аромата, да, прохладные водные ноты,
терпкость полыни, древесные ноты, чувственные, напоминают о солнечном побережье Италии, о его роскошных пляжах, так, скрытых от посторонних глаз, такую, если помечтать. Тип аромата древесный, водный, верхние ноты полынь, лимон, кардамон, ноты сердца, аккорд морской древесины. Чувствуется, да. Да. Потом гвояковое дерево, оно пахнет чайной розой и с нотами фиалки, и там смолистые ноты угадываются. Потом морская нота колонна и солнечные ноты присутствуют. Базовые ноты сандал и ветивер. Ну, аромат потрясающий. Автор аромата Элис Бина. Она родилась на юге Франции и все детство провела на побережье. Как раз юг Франции – это как раз ароматы морской древесины, мирта, соли. Это как раз запах ее детства. Это запах счастья. Ну, вероятно, это ее и вдохновило, да, на создание таких ароматов. У нас в Oriflame она создательница многих мужских ароматов. Это... Какие ароматы? Это Glacier Fire. Venture Power, да? Потом... Glacier. Possess Secret, это ее аромат. Paradise Man, это тоже ее аромат. То есть он, кстати, целый ряд мужских ароматов создан именно ей. Ну и естественно, что вот этот аромат, он станет легендой новой, который серебристый флакончик. Замечательное тоже ее произведение. Она работала для очень известных компаний, для Versace, для Van Cleef & Arpels, ну то есть для многих известных брендов. Ну и в то же время создала вот этот бренд, вернее этот аромат для бренда Oriflame. И хочу заострить внимание, что приобретая этот аромат за 455 гривен, у вас, девочки, появляется возможность побаловать и себя, не только своего избранника. Это у вас, приобретая мальчики, этот аромат. Это у вас, мальчики, появится возможность сэкономить на девочках. Хорошо, пусть будет так. Значит, можно приобрести парфюмерную воду Miss Jordani Intense, тоже замечательный аромат, вообще по символической цене 199 гривен. Вот давай же, дари быстрее. Дарю. Хотел, думал, что будет сюрприз, но вот. Теперь не сюрприз. Дарю. Почему сюрприз? Я всегда сюрпризом рада. Так что заказывайте. И рассказывайте своим мужьям, что они должны выглядеть успешными и здоровыми. И красивыми. Это были все новинки в этот раз. Оставайтесь с нами. С нами интересно. Пока-пока. Пока. Все? Угу. Сюда? Нет. Выше.